Ежегодно в феврале месяце территориальная избирательная комиссия Славянская для молодых и будущих избирателей проводит мероприятие, приуроченное ко Дню молодого избирателя. С целью ознакомления молодежи с работой избирательных комиссий, доведения информации и правовых знаний по избирательному законодательству, повышения правовой культуры избирателей. Территориальной избирательной комиссии Славянская прошел день открытых дверей для старшеклассников общеобразовательных школ и студентов Славянского электротехнологического и Славянского сельскохозяйственного техникумов. Ознакомление ребят с работой избирательной комиссии началось с представленной выставки. Это лучшие рисунки по теме выборов, информационные плакаты, пригласительные для избирателей, буклеты, альбомы о работе территориальной избирательной комиссии Славянская за прошлые годы. Председатель ТИК Славянска Анатолий Чумаков ознакомил будущих избирателей с избирательной системой. Тема рассказал о работе избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов различного уровня, о предстоящих муниципальных выборах в 2019 году. Показал информационный материал, используемый на выборах, и призвал будущих избирателей занимать активную жизненную позицию и обязательно участвовать в голосовании.